Шепулимир, меня зовут Фе, из Магадин Кирпэйн. Я сегодня получил камень для спорта. Его материя называется SG-CAM. SG-CAM. Коротко я могу получить его информацию. Сенс 2 мегапиксина смос-сенс. И 8 цвет, и еще есть LSD экран, можно снимать 12 мегапиксина, и 10 мегапиксина, 8 мегапиксина, 5 мегапиксина, 3 мегапиксина, ну, так и далее. Но самый минимум можно 1-3 мегапиксина. И еще можно снимать видео по 2 мегапиксина 30 секунд. Каждую секунду. И можно снимать 1-3 мегапиксина 60 кадров в секунду. И так далее. Еще его зум 4x. Сенсор можно угол 120-170. Подержить SD-карда до 32 гигабит. Его есть USB, 2 HDMI, и можно снимать 909 минут 2 мегапиксина видео. Ну и так далее. Давай сейчас мы будем открыть, посмотрите, как его информация. Вот эта коробка, он тут все части вот это. Для крепить телефона. Вот так. Есть тут для крепить велосипед, машина или парочка, чтобы поддержать, снимал фотографии. Но это просто комплект. И здесь самое, тут ничего нет, еще вот это. Здесь сама камень. Вот так. Здесь тут идет инструкция. Тряпка. Инструкция по-английски и по-китайски. Здесь две его марки, можно крепить, тряпка и вот это части, которые поменять его. Кабель USB, два клейка. Давай мы сейчас пусть посмотри сама камень. Камень так подержить, он можно 30 метров вроде воды. Но короче, вода тут не пойдет. Давай мы сейчас откроем. И вот открой тоже легкие, просто снимать здесь. А здесь он хорошо крепит. Поэтому чуть-чуть на носине тянет. И вырастет. Сам камень куба, как не длинная куба, и просто так маленький. Давай мы сейчас посмотрим, что кнопка его есть. Его есть кнопка для включения и снимать фото. Здесь середина есть лампочка из LED. Здесь два кнопка, выбрать наверх, вниз, а середина которые соединение с APP, Wi-Fi. И здесь батарея. Вот тут батарея вниз снимает и будет. Ну, батареи маленькие. Смотри, сколько его. Его батареи 390 мАч. Ну, маленькие. Давай сейчас эта батарея.
маленькая батарея, он можно через через вот здесь USB порт, HD порт, через USB порт можно зарядки. И здесь есть место для SD карта, он поддержит до 32 GB. Мы сейчас можно включить причина. Просто. Но я сейчас уже зайти тут. Сейчас настроить язык. Мы выбрали русский. И когда включено, показано так. Здесь, если снимать видео, сколько секунд. И здесь какой вид снимает. Здесь написано 2 мегапикселя 30 секунд. Кадров в секунд. Здесь написал 3 минут обратно. И микрофона, и батарей вниз, тогда и сколько время работа в камере. Там и сейчас посмотреть. Нажмите вот эта кнопка. Он будет поменять вид. Сейчас вид снимать фото. Здесь показано, можно снимать 12 мегапикселей фото. А здесь, наверное, посмотрите у флешка, ну, в SD карта, посмотрите его тут информация. К сожалению, я не пожил карта, поэтому написал нет файл. Здесь настрой, мы можем настроить разрешение видео. Нажмите кнопку, которая снимать фото, он будет выбрать, зайти тут. Здесь можно выбрать разные, который хочет снимать видео, нажмите здесь вниз, это вверх, но это не буду, но мы будем выбрать на первый. И ТВ, думаю, здесь тоже на фото выход. Вот так. Но без понятия. И информация экрана выбрать. Ну, это получается показано вверх-вниз. Можно попробовать выключено. Посмотреть, что его поменял. Но смотри, уже нету. Здесь все чисто. Но если надо, можно включить. Видео раз, но тут видео раз показано, сколько секунд снимать видео. С ним раз. После того, но это, к сожалению, я тоже не так хорошо понял, что тут цик раз запись. В смысле, сколько минут он будет сам сохранять фото. HDR можно настроить, HDR. Татка движения, запись звук, штаб дата, расширение фотографии. Ну, вот здесь показано, сколько, какие разные фото можно снимать. Через 12, через 8, 5, 3, 2, и VGA 1.3, вот так. Качество нормально, высокое, низкое, ритмности. По нас первого. Автомат. Режение изображения. ISO.
экспорция, стабилизация, язык, здоровье, дата и время. Ну, это автомат выключи питание, но типа сколько минут не работал, он сам выключить. Звук, сигнал, кнопка. Жиме ТВ. В смысле жве ПТБ. ПИЛ и НАСТ. Отключи на экран. Это типа когда не работал, он сам закрыта экран. Сейчас так сиди. Повторяй изображение. Римский автомобиль. Имя Wi-Fi, пароль Wi-Fi. Но это настройте, как здесь настройте через APP. Показано. Номер машин. Удаленный файл. Но нету файла. Здесь можно удалить, который снимает фото или видео. Фотоотражение. Здесь показана его камера, информация, материя, МТС, Wi-Fi, version, V1, дата и форма. Вот так просто. Но сейчас нету карты, поэтому не могу показать, как он снимает фотографии и видео. Ну, спасибо всем за внимание. Вы можете подписать наш канал. У нас канал часто есть новый обзор. И вы можете подписать наш контакт. У нас контакт сейчас есть акция и конкурс. Спасибо. До свидания.